Димон невменяемый. Мы еще не остановились, а он уже рыбу тянет. Ё-моё. Даже не поприветствовали народ. Проходили на фарватере. По прибору увидел я рыбу. Ребятки, увидел рыбу и стали на бугорке 5 метров. А там вокруг 14. Что, щекует? Да. Да это капец. Мы тут вообще судака собрались ловить. А как тебе скайнлайнчик, а? Супер. Держи. Так, сейчас я подсачку возьму. Димонь, ну нельзя же, видео надо с приветствия начинать. А не, сразу рыб. Друзья! Сейчас. Та ты обходи туда, на ту сторону спиннингом. Ты что, типа первый раз рыбу ловишь? Вот блин, дал ему гамблера убойного, блин. Так вот, так вот такого, блин. Давай. Показывай там ее уже. Ну, наплавалась уже. Ты главное туда, в мотор не пускай. Вот она. У-у-у, и сразу крокодил. И сразу крокодильщик. Хобана! Так, на. Держи. Слышь, и сразу такая шестеха, блин. Ого, и гамблерок выпал. Блин, ну вообще-то судаковая точка. Ну, может она за судачками сюда приплыла покушать. Давай, ложи ее, блин, первую выпускать нельзя. А ты на. У тебя как раз и рыбы нет, да? Да. Димону повезло. Конечно, что нормально. Сейчас мы ее забабахаем. Короче, народ, вы поняли. Всем привет! На связи Дима Левиш, мой дружбан, Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Видели, какое приветствие, ребятки, с самого утра? Пришла поздороваться. В тумане, в полном тумане. Вокруг нас туман, ребятки, туман. Мы находимся сейчас на Днепре. На море на Каневском. Красота. А ну, Димон, возьми красиво. Покажем щеку, да, блин. Класс, ну блин, я не думал, что в туман сразу щука бахнет. Народ, как вам, да? Бабах есть! Красавица. Ну, я думаю, шестерки здесь нет, а пятюха, да? Ну, пять должно быть железное. Давай сейчас взвесим, сейчас. Давай. Там бисюлики есть. Так. Ребята, ну, ставим ставки. Давай. Так. Упс. Ну, так, как я и говорил, Дима. Пять есть? Да. 5-150. Нормально. 5-150. Фух. Красота. Бомба. Давай, Димон. Первая мамулька, пятерочка. Ай, сейчас будет она здесь жить. У меня там он перелив. Смотри, Дим, как сделал мне этот Юра Копачевский. Юрик мне, блин, поремонтировал лодочку. Она теперь не течет. Включаем водичку. А, сделал аэратор. Все, он перелив. Сейчас водички наберется. Там набирается, туда и переливается. И рыбка постоянно жива. Жива будет в аэраторе. Все, мамуля. Живи там. Так. Так, ну что? Покажи гамблерка. О, видишь? Флюрик, Джексоновский он. Флюрик, да. Ну выдержит. Я в прошлый раз Катюхой ловил тоже. Ну вот так. Посекся, ну выдержал. Всю щуку вытянул. Дай гамблера. Во, ребят. Вот такой гамблер в размере 3,75 сработал. Салатовый и красный хвостик. Туман сейчас. На прошлый раз вроде бы тоже на него поймал. Размер 3,75. Маленький на скрутке. На, короче, лови. А, ребят, и я ж Диме снова дал спиннинга. Топового фаворитовского спиннинга, который называется Skyline. С тестом по приманочках 10-36 грамм. Катюха рыбачила в прошлый раз, но она так ничего не поймала. Ребят, спиннинг на японском бланке Туррей. И японские колечки здесь стоят. Фуджи колечко и Фуджи катушка-держатель. Короче, спиннинг просто топ. Держи. А теперь я себе собрал. Вы уже все знаете, что я люблю больше чего-то. Если тяжелый джиг, то я люблю больше фаворит X1. Тоже здесь для Днепра я использую 10-36 грамм. Перекрываю здесь почти все сейчас. В размере 2,29 метра. Здесь колечко попроще, катушка-держатель попроще. Ну и цена здесь проще.
Это что у меня спиннинг стоит 1250 гривен, то есть 1000 плюс. Их там большой модельный ряд, разные всякие, там от лайта и до тяжелого джига. Вот 1000 гривен спиннинг. Ребятки, и эти спиннинги, радует то, что эти спиннинги делает, блин, парень соседнего села, прикиньте, Ваньку знаешь? Ванюха с соседнего села делает охрененные спиннинги. Между прочим, и они продаются по всему миру, друзья. И в Америке, и в Европе, и в ближнем зарубежье. То есть в России, там, в Белоруссии продаются. Да, даже в Австралии продаются. Представляете себе? Вот это чувак с соседнего села. Ванюха, снова передаем тебе привет. Ваня Самойлову привет. Выбрались мы с Димоном сегодня тоже погонять щучку. И, как я говорил, мы проезжали на фарватере. Я говорю, давай сейчас поймаем пару судачков, зарядим спиннинги. И потом поедем на щуку. Значит, я собрал, вы знаете, что я люблю гамблер. Я собрал свои любимые гамблера, позаряжал. Вот пару джексоновских рыбок зарядил. Вот хорошо работали. Это джексон оранжевый. Вот джексон. Где-то там он беленький, хорошо работал. По щуке, по судаку такой. Ну и кучу гамблеров. Щучка будет дуреть. Плюс, ребятки, взял я вестиновский силикончик. В прошлый раз ничего не поймал. Будем надеяться, что в этот раз будет лучше. Так, есть. Все, по снастям рассказал. Надо ловить рыбу, а то Дима сейчас всю выловит. Я взял гамблера побольше. 4,25 дюйма. Такой светленький. Оп, и головочка 16 грамм. Головка, конечно, немного маловато. Я здесь 30 на судака бросал. И судак любит, когда гупает. Но если на фарватере щука есть... Это по делу. Дима, ты поводок перевязал? Все, первый заброс, поехали. Блин, Димон, ты ж с первого заброса поймал рыбу. Ёкарный бабай, блин. Я не суеверный. Да, ты не суеверный, да. Народ, это хреновая вообще примета. С первого заброса ловить рыбу. Нормально. Нормально? Ну такой крокодил, слышь, люди за таким охотятся всю жизнь, да не могут поймать. А тут с первого заброса, ну все, поехали домой. Да? Не. Ах, как хорошо, туман, холодно. Я, ребятки, в костюмчика нового своего катаю, блин. Класс. Norfin Verity, как он там, Дима, называется, правда? Limited Edition, не просто Verity, а Limited Edition. Так, давай. Ну, давай и мне такой, только мне десятку надо. И все. Хоп. А Димон оделся по-летнему, народ. Димон одел два комплекта термобеля Бафт. Говорит, мне в Бафте типа будет тепло и хорошо. Ребятки, вы все знаете термобелье Бафт. Бомба, да. Только одна проблема, фабрика не успевает его отшивать. Желающих много, люди распробовали термобелье. Термобелье недорогое, блин, и очень качественное. Из польского материала шьют его. Так что становитесь в очередь, кому нужно термобелье. Кто не видел обзор, ссылочка в правом верхнем углу. Посмотрите обзор, как мы сделали. С Димой краш-тест сделали этому термобелью. Ух ты, блин. Перевернул рыбу только что. Ну, сейчас, если не будем, то поедем искать щукоидов. Короче, побросали мы здесь еще. Поклевок нет. Погнали, значит, искать рыбку. Чух. Ёжики в тумане, погнали! Ху! Поиски продолжаются. Блин, как я люблю Днепр, ведь охота, когда на Днепре. О, вон и есть рыбка, возле бугорка стоит. Вон внизу. Сейчас мы ее тут поколошматим. А то красные, то типа судачки стоит, красным показывает. Это луч под нами, это с правой стороны, это с левой стороны показывает рыбку. Сейчас где-то запаркуемся. Ходим по старому руслу Днепра. Огонь.
чик, все, мы уже на якоре. Класс, когда есть возможность связать плавучий якорь с эхолотом, это вообще бомба. Красота, карта видна, тебе, блин, боковые, нижние лучи, все видно, ловренцы молодцы. Так, ну что, Димон, вот так идет бровка, мы на бровке стоим. Так, там яма, там миляк. Ну, гей. За щуками и судаками. Конечно, пускай лучше щука клюет. Такая десятка. Я вообще за пятнашкой хочу. Ну, на пятнашку еще, наверное, рановато. Но хотя, может тоже бахнуть. Пятнашечка. Давай, щука. 15 килограмм и не меньше. Течения пока нет. Это плохо. Хорошо, когда течение. Тогда рыба активная. И чтобы держаться на течении, надо тратить энергию. И она, когда тратит энергию, она жрет. И чтобы брать энергию, где брать? Правильно, с пищи. Вот она жрет и тогда клюет. Давай, рыба, давай. Так, туман потихоньку расходится. Красота. Сейчас, может, воблера еще потаскаем. Так называемый троллинг. Только троллинг не то, что там троллят друг друга в интернете, а троллинг воблера таскать за собой. Дорожка еще называют. Щука. Сошла. Ай-яй-яй-яй-яй. Щука была? Щука, да, щука. Она такая аж хрустнула в плече. Хорошо дала. Круто. Так, надо тоже такую рыбку одевать. Да. Я кряка-зябру пока бросаю. И под лодкой уже, да, на выходе. Так, клепала конкретно. Щука хорошо клюет, красава. Не маленькая, хорошая щука. Так, стали мы в ямку, и вот стоит рыба с синим посвечи, сине-оранжевый, видите, ребят? А там он, лежат бревнышко в стороне. Сейчас попробуем забрать эту рыбу, поймать. Она где-то возле бревен стоит. Чико, там рыбка какая-то за бревнами стоит. Сейчас посмотрим. Вот, похоже на рыбу, видели? Вот то она, может, и клевала, Дима. Там есть две рыбы в корягах тех. Две рыбки стоит. Надо их сейчас поймать и ехать дальше. Щук, давай. Я поставил, он уже джексоновского белого. Никогда на белый цвет не ловил. Это называется, как она там, крабовая палочка. Людям нравится. Крабовая палочка — это как-то красная спинка. Да? Ну, да. Ну, а там красный хвостик. Ну, короче, да, люди ловят щуку на него. Я как-то не знаю, что-то не приходилось. Круглявшая палочка. Ну, пробуем. Сейчас как бахну десяточку. Так, нет поклевок. Я предлагаю пройти в троллинг и посмотреть, что тут. Да, что происходит по бровкам. А то я уже и ультрафиолет бросаю. Еще по пару тычков у нас было, типа мелкий судачок, и все. Сейчас мы, наверное, потроллингуем. Мы уже и снасти собрали. Сразу с Димой, чтобы не мучиться. Опс. Так, Димону дам я спиннинг вестинг. W4, ух, такая палочка, просто бомбеза. 2,55 Россию и 40-130 грамм тест. У Димона Twin Power, о, ребятки, вот такой Twin Power был и у меня когда-то, его своровали под люки. Это еще старый Twin Power. Это не я, говорит Дима. Так, друзья, а я себе собрал фаворита нового, это на выставке я его подмутил. Фаворит Skyline до 100 грамм, 100 граммовочка. То есть экстра фаст строй у него и 30-100 грамм тест. Легкость. Блин, да, легкий, наторзает колечко. Легенький, бомба. Поводок я с флюрокарбона связал. 0,88, то ли 0,87. Короче, 0,9 мм флюрик. Я, наверное, сейчас прицеплю силикон. Я люблю на силикон троллинговый. Дима, ты бери карася. Ты будешь, я буду по 7, а ты будешь ходить по 5 метрам. И сейчас пройдем по бровочке. И заодно посмотрим,
Что оно там будет? Давай сюда. Воблирай тебя сейчас. Я выберу. Можно? Ты выберешь? Конечно. Давай. О, слышь, а если взять оранжевого какого-то Вестина? У меня тут джексоновских, ё-моё. 7-метрового надо брать. О, 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 во. А? 7 метров? 6. 6 ныряет. Угу. Ну, а у нас тут что будет? Пойдет, смотри, такой, да? Есть такой красивый. Же... О, или этот. Я вот думаю, на щуку, может, этот больше. Я самого такими валил. Не? Да, в смысле. Скользкий. Такой не? Холодный. Да, давай щуку. Опа. Димон, я тебе предлагаю вообще-то... Во, карася. Боевой. Вот на этого карася я здесь больше всего щук поймал. Да, и он боевой уже, побитый, смотри, какой пошкрябанный. Джексоновский карасик. Настоящий раненый карасик. Слышь, а можно мне взять вот такого? Это дайвер или как он там? Дайвер называется. Блин, да. 9 метров. Может быть много, да? Многовато может быть, да. А я поставлю, наверное, вот такого. Вот такого. В прошлый раз я его таскал, это вестиновский. Силикончик огромный, здесь то ли 16, то ли 20 сантиметров. Тут у меня куча разных всяких. Так, разворачиваемся и заходим в троллинг. Так, ребятки, у меня здесь тоже катушечка Twin Power шимановская. И нитка Smart PE1.5 на троллинг я использую. Так, ну что, забрасываемся. Twin Power 4000. У Димы старый Twin Power, у меня новый. Иди, хобана, потаскаем силикончик. Ох, и рыба, слышь, блин, и рыба, сразу под нами рыба. Вон. Ну и все. Поехали, короче. Тюн. Джигуем в троллинг. Как говорил Орлов, ловля рыбы на бензин. Опа! Очередная точечка. Будем заброску ловить. В троллинг пока не получается. Там заброску интереснее ее ловить. Постоянно что-то делаешь, то в троллинг, блин, это любители, те, кто пиво пьет, а то пиво пьют себе и котятся, едут. А там щука цепляется. Опа! Есть. Поставил вестиновскую рыбку. И сразу подача. Второго заброса. Второго? Угу. Выходит наверх, сейчас будет стартовать. Ну-ка. Да, давай свечечку. Я так люблю, как они свечки делают. Щукует, шмукует. Блин, из глубины. Димон бахнул, блин, с глубины. И это с глубины клюнул. Смотри, какой хорошая, там. Хорошая, хорошая. Больше, чем моя. Да, та я ж мелочь не ловлю. Понятно. Главное, чтобы она не смотала. Слышь, там такая семера, восьмера. Она тебя увидела и охренела. Классная, да. Да, бери подсаку. С такими щуками не шутят. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Так, спина в сторонку. Красивые щучки на красивый силикон ручной работы. Сейчас, пускай она походит. Слышь, а так сразу нормально сюда шла, да? Ну да, меня тоже сначала. Ты под саку не маши, ты встал под саку. Все нормально, не переживай, я умею так им пользоваться. Смотри сейчас, какая подводная лодка сейчас выйдет. Смотри, смотри, смотри. Вот она. Давай, прыгай. Давай, давай, давай. Класс. Класс. Не, ну тоже шестерка где-то. Возле сетки клюнула. Давай, сейчас будешь брать ее, как бабочку лови ее. Вон сетка, народ, прямо возле сетки бросил. Вот она, всплывает, крокодайла. О, народ, видели, какие на Днепре у нас щуки ловятся? А то там люди едут где-то в Сибирь, в Якутии, чтобы поймать там трешку или пятерку. А у нас вот выехал прямо до, прям почти дома. Вон город на берегу. И вот такие щуки у нас тут. Смотрите, хопс. Заплывает под сачечку. Хопа-хопа. Есть. Больше, чем 6-7 килограмм. Семерка где-то. Семерка? Может 8. 7-8. Да какой 8? Не, я говорю шестерка. 7. Сейчас, моё. А ну. 7. Сейчас надо достать наш вестинок.
Стой, 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 стой. Опс. О, ребят, вот это мамочка. Я понимаю. Вот это рыба, где наш инструмент. Шик. Ну, красавица, давай, хавала. Тихо, тихо, тихо. Вот тебе, получи фаши гранату. Ах ты собака. Я же говорю, надо всегда с липгриппом. Стой. Все уже, все. Рычит, ё-моё, слышите, народ, рычит. Крякает. Открой хавала. Открой хавала. Давай, открывай. Скажи А. Да, скажи А. А. О. О, ребят. Злая щука. Злая попалась, блин. Защелкнул рипом эту. Подсак, ладно, сейчас мы ее попробуем. Инструмент, как у зубного врача. Опа! А как ей не нравится! Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Да, да. Ну, ну, дай рыбку хоть отдай. О, ребят, о, видели, какой Вестин-шмастин? Так, сейчас. О, забирай Вестина. Народ, ну это же уже рыба, скажите. Это вам не на платниках тех мальков гонять. Ё-моё, блин. Люблю красивый щук. Но это небольшая, это такая. Разминаемся пока с Димой. Это тоже пятерка или шестерка, блин. Сейчас мы ее взвесим. Как думаете, сколько? Ну, я говорю, где-то шестера. Блин, побилась. Побилась. Немного похлепалась. Оп. Ну. Стой. Итого, ну, 5,5. Да, что-то так, как-то вроде. 5,450. На 300. Фоточку в Инстаграм и гу. Ну что, ребятки, удовольствие она нам подарила. Надо десяточку. Сейчас, подруга, сейчас мы тебя... Конечно, по папу, по маме, по бабушку и по дедушку, да, народ? Зачем нам такие мальки? Смотри, какая она красивая. Подруга, ну что? А смотри, в воде успокоилась сразу, да? А ну. О, о, отходит. Ну, давай. В воде успокоилась, притворяется, да? Притворяется, говорит, все, я уже умерла, отпускайте меня. На, зачем вам дохлятина, да? Хитрая какая. Ну, хитрая и красивая. Ну, давай. Смотри, Димон. Не, я не знаю, в прошлый раз мы тоже семерку я хотел отпустить, и она так и не схотела, не захотела уйти. И это, смотри, замерла. Подруга. Просыпайся. Ку-ку. Просыпайся, а то пойдешь на селедочку. На селедку пойдешь, давай. Ну, давай. Та что ж такое? Михалыч любит рыбу отпускать, и она не хочет уходить, видели? А то пойдешь в аэратор и будет у нас по щуке. Ладно. Ну что, мы тебя просили. Как хочешь. О, смотри, раз воды, когда вынимаешь, ну уже поздно. Мамуля. Поплывешь? Давай. Не хочет она в аэратор. Твоей крови это отрави. Не, мы готовы уже все. Да, не будет жить? Селедка, да. Ладно, пока пофоткались, все. Увы. Иди к Диминой. Шух. Будешь позировать вечером с Диминой щукой. Класс. Есть. Блин, только все в крови, вот не молодец. Есть. Фух, бомба. Так, а поводочек нормально, смотрите, выдержал. Чуть-чуть там он за усеницы еще пойдет. О, 0,55 держит.
Так, Димон, ну что, я предлагаю и сальца хряпнуть. Ну, уже заработали, можно. Да, за сбитого. Да. Чайка попить. Сальца хряпнуть. Хряпануть. Опс. Я чайка я точно хочу. О! Наши термосочки. А тут у нас яичко и сальцо. Оп. Так, здесь сделаем столик. Вот спасибо девочке Лене. Вот она мне подгон сделала. Ё-моё, насколько удобный наборчик. Сейчас мы сюда сальцо выложим. О, нам надо что-то порезать. И ножик и классный, и удобный. Ножики опинель. Опинель, шмопинель. Так что французы не только лягушек кушают, они еще умеют ножики делать толковые. Блин, покруче американца. Опс. Опс. Это сюда. Ребята, вы же там не смотрите, вы там начинаете уже трусить холодильнички. Сейчас сало пойдет. Самый быстрый, самый питательный, блин, перекус рыбака. Любого рыболова на любой рыбалочке. Это сало, лучок, черный хлебушек, огурчик. А самое главное сало, ребятки. Вы уже все там любите сало. Ну, я еще яички люблю вареные. Жена почистила. Так, Димоныч, ну что? Держи. За первых сбитых ты еще таких нормальных щук не ловил? Да, вообще откуда, где мне? Куда же мне там? Не, я тебе говорю в этом году. Сегодня не ловил. А мы ловили, весной ловили, да? Ловили, конечно. Ловили таких здоровых? Больше ловили. Я что-то забыл. 7 было. Весной 7 было? О, ну что, друзья, приятного всем аппетита. Давайте с нами там налево. Кто там пиво пьет? Бум. Вот, блин, да, и кто-то звонит. Да, и вам тоже приятного аппетита. И вам приятного аппетита, да, и кто-то звонит. Это ж надо. А в кого звонит? Ни хрен простышь, отвлекаешь. Так, ребятки, короче, приятного аппетита. Бум, а то сейчас снова будет кто-то звонить, да. Вы там холодильники потрусили, так что присаживайтесь с нами поудобнее. Там. Попкорн, пиво, чипсы, да, и погнали, и с салом перемешку. Красота, все. У нас перекус и продолжим валить щук. Ну, блин, что-то одна мелочь клюет, да? Что-то крупных нету. Термос закрываем. Удобная закрывалочка на термосе. Бомба, ребятки, кто ищет термосы, всем советую за джируши. Долго рассказывать не буду. Ну, а теперь можно и по сальцу. Охо-хо-хо-хо. Жир. Так, хорошенько перекусили. Можно и продолжить, да, Димон? Что там, не клюет? Пока нет. Сейчас будет. Ну, такая рыба, хоть она и не очень большая, но все равно такая рыба стоит уже одиночкой. Пасет себе там стайку белой рыбы. Ну, мало когда, что много стоит ее, такой здоровой. Они тут разделили территорию на Днепре. Территорию влияния, слышь, зоны влияния. И пасут своих баранов. Блин, все как в настоящей жизни, блин, так и в природе. А что интересно, туман, ребят, так не расходится. И бытует такое мнение, что щука в туман не ловится. Мы опровергаем это все. Короче, едем дальше искать. Ах, меня спрашивали часто, что за ножик у тебя, Михалыч? Что у тебя за оранжевый ножик? Ребятки, это ножик тоже просто убийственный. Он плавающий. Мора называется. Мора-ак, мора-к-ни какой-то. Мора-к-ни. Что это? Мора-к-ни. А как правильно? Мора, шведские ножи, да. Морак. Видишь, без острого кончика, чтобы не пробить лодку случайно. Видели, народка? Специально кончика нету, чтобы для рыбалки, чтобы вы лодку не пробили. Зубчики есть хорошо, рыбу чистить. И острый кобздец.
плавающий. Плюс плавающий. Настоящие шведские ножи. Тоже, наверное, вам ссылочку оставлю. А то если я вам за что-то не рассказываю, это же надо его высмотреть там внизу. Высмотрели в комментариях, что у тебя за оранжевый ножик? А что за ножик? А секрет, ёкарный бабай. Все, поехали. Разворачиваем. И погнали наши городские. О, ребят, он, видели, с бровки, и он стоит, щукует какой-то. Сейчас встанем здесь, побросаем. Опс, все, стоим. Блин, прямо снова возле сетки. Ё-моё, сетки эти везде стоят. Короче, мы в 11 метрах. Там, где сетка стоит, край сетки, там 4. И на свале стоит рыба. Так, Дима, мы в яме, можно по кругу. Туда глубина, а вокруг бровки. Ну что, щукоиды, а ну ж давайте. Блин, где эти десятки бродят? Это капец, переехали в другое место и тут сразу приплыли, сеточку вокруг нас бросили. Артельщики, браконьеры в законе. Прямо возле нас. Обгородили их, чтобы к нам рыба не заходила. Народ, солнце пытается выйти, ё-моё! Круть, а мы гоняем, ищем рыбу. А Димон играется и в катушках игрушку нашел. Прям, прям дальше в поисках. Короче, переехали мы на русло. Не люблю я толпу. Но поехали в толпу. Народа стоит. Сейчас будем с удочка долбить. Ну, по щуке поймали. Рядом наш подписчик. Будем помогать ловить судака. Короче, ладно. Стоим на бровочке. Там 26. Там 7. Там вообще 6, 10, 7 и тому подобное. Надо головку потяжелее тут. Опа, ну пока 16 грамм поехал. Опа. Иди сюда, родимый. Гамблер рулит. Тра-та-та. Опа-на, опа. О, Димон, ты хотел судака? На. О, ребятки, вот такой гамблер. С оранжевым фостиком сработал. 3,75. Не, ну это Димон, это позорный судак. Ну, ой, стой. Опа. Ты чего? Я ж тебя отпущу. О, его драчами уже. Вон, почухали. Клацали, да. Блин, и на нем какие-то хрен простые. Что оно такое? Иди, братан, да, грамм 700. Вон. Стой. Короче, иди. Гуляй. Давай 5, а? Иди сюда в зачете. О, надо вспомнить, мандулы там у нас есть. Давай на мандулы попробуем, по мандуле. Бо гамблер тут все понятно. Гамблер ловит этих судаков и щук на раздвое. Я хочу на мандулы. На мандулы прикольный. Сейчас мы на мандулки дадим Гарри. Опа-на! Так. Что это тут за... Что будем ставить? Что будем ставить? Или на член. Димон, будешь судачек на член ловить? Чик-чик-чик. Мандула, а это мандулец. Это типа самец мандулы. Это мандула самка. Но на мандулу самку клюют самцы. Мандулы клюют. Что его поставить? О, во, прошлый раз хорошо работал. Он изорван, блин. Изорван этими судаками, шмудаками. Так, все. Меняем мандулку. Хопа-хопа. Зачем гамблер переводить? Гамблер на потом будет. Чик. Гамблеры, шмамблеры. На мандулы надо ловить. Оп. Ну шо? Хопа-на. Поехала. Так, я уже одну мандулу оторвал. Сейчас надо
поискать. У меня есть запасные. О, вот, ребят. Мандилы изначально идут в таких красивых коробочках. Фирма Профмонтаж. Харьковские пацаны делают красивые такие мандулки. Чик. Фиолетовую прицепил, это только что оторвал одну. Зацеп, зацепы здесь. Мандула неплохо ловит, там где есть зацепы. Закармливаем мандуленцами. Оп. Следующая пошла. Опа, была собака, он ее любил. Мандула в работе. Ху-ху-ху, ты что там сопротивляешься? О, смотри, красавчик. Фиолетовый грузик. Опа. О, Димон. Ну да, это уже съедобный. Смотри, какой красава. Ух, ёшкин кошкин. Это можно взять такой где-то кило 200. Да, ребята? Да. Видели, как мандулу замандулил? Красава. Ну что, поехали дальше. А теперь пятерочку. И можно ехать домой. На мандулу вспомнили, как ловить? Прячем. Здесь много зацепов. Мандулки лежать. Шик. Ставим обратно гамблера. Вот такого болотяного цвета. Какой-то коричневого с зеленой блесточкой. Пускай гамблер работает. Гамблера у нас много. А мандул мало. Панна, иди сюда. Только гамблерка поставил в коричневом цвете и с чесночным вкусом. Чеснок любит сюда. Хорошо дал. Хорошо клюнул, так приятненько. Опа. Димона трофей поймал. Короче, Димон. Надо сюда. Еще одного берем и все. И норма вылова выполнена полностью. Видели, как хорошо дубасил. Так, фоточку в Инстаграм. О, шел? Ну что ты, подсекать не умеешь. Вот такая рыбеха сработала. Между прочим, 4,25 дюйма. Большая силикошка. Судака неинтересно ловить. Судак — это такая рыбалка. Забросил — есть, забросил — есть. Надо щуку ловить. Щука — это творческая рыбалка. А судак, как говорил когда-то Федорович, рыбалка для этих. Ну, короче, промолчу. Да. Так а что тут? Прицепил правильную рыбку. Или правильную мандулку. И вперед. Короче, ребятки, хрена сегодня, блин. Порыбачили, я думаю, достойно. Две такие щучки красавицы, блин. Судачки, чего еще надо. Гамблер рулит. Народ, видели? Гамблер, блин, дубасит. Сейчас даже покажу. Хочу еще раз показать этих щук. А, ребят? Сколько там? 5100 и 5500? Вот это я понимаю, блин, вот это я понимаю, рыбалочка, вот это рыба. А то судака того ловить, ну, блин, судаки — это не то. Щука! О! Класс! Ну и вы знаете, ребятки, все, что вы видели в моих видео, приманки гамблер, спиненный фаворит, шимановские катушечки, все будет в описании под этим роликом, по ссылочкам ищите, друзья, а то куча... Сколько ни рассказывай, все равно куча комментариев, а где купить, где взять. Я отдельно хочу обратить ваше внимание на новый костюмчик от Норфин, который называется Verity Limited Edition. Ребятки, сегодня холодно было, переходы на лодке.
как в домике сидишь себе. Хоть это демисезонный костюм, но я думаю, его можно будет одевать с осени, зиму носить и плюс весна. Зимой не так холодно, как с утра ты прешь на лодке, когда 5 градусов. Ну, одел термобелёбафт, самая теплая флисочка. Все, костюмчик, и ты как в домике сидишь себе, пофиг. Так что, ребятки, всем рекомендую этот костюм. Ну, а по обуви в этом сезоне я топчу норфиновские ботиночки трекинговые. Ну, пока доволен. Там все отлично, ноги не мерзнут. В середине ноге удобно. Ну, чего еще надо? Ты на босую ногу их одевал? Не, у меня там термоносок. Термоноски Баф тоже, ребятки. В термобеле Баф есть классные термоноски. Баф называется. Ну, разуваться не буду, там посмотрите на сайт. И между прочим, на зимнюю одежду Норфин, на обувь Норфин вы получите каждый индивидуальную скидочку от Михалыча. Ну и на этом точно теперь, ребятки, кирдык, game over. Прощаемся. Вы же там не сидите дома, выезжайте почаще на рыбалочку. Вы видели, какие на Днепре щуки клюют? В России, чтобы таких щук половить, надо за 1000 километров ехать. У нас тут выехал прямо дома на Днепр. И, пожалуйста, дубай себе этих щук. Так что не сидим дома, друзья. Ну и все, мы с вами прощаемся. С вами был сегодня мой друг Дима. Между прочим, по ссылочкам вы звоните именно ему. Дима Лемеш, общайтесь с ним. Михалыч, канал Клуб Рыбаков. Ну и всем пока-пока. Пока.